Сейчас Швырёву за воротами здорово действовать в окружении, опять же, двух соперников. Продолжается контроль шайбы в исполнении Магнитки. Швырёв здесь здорово. И с разворота бросил. И будет ли добивание? Там, ну, как принято говорить, закапывают шайбу в ворота сейчас игроки Магнитогорска. Шайба-то была не прижата в тот момент, когда Сергей Кулаков игру остановил. Вот давайте посмотрим. Кульбаков потерял шайбу из виду и сделал все правильно. Опустился на спину, но при этом шайба у него из-под щитков вылетела. И вот в момент, когда она улетает в сторону, уже Кулаков игру останавливает. Прекрасное спасение Ивана Кульбакова. Здесь Егор Коробкин мог забрасывать свою первую шайбу в этом сезоне.